Уважаемые коллеги, дорогие друзья, как вы знаете, мы приближаемся к знаменательной дате столетия Белорусского государственного университета. Эта дата знаменательна не только для университета, а для всей нашей страны, потому что 100 лет назад в нашей тогда молодой республике создался первый белорусский университет. И именно созданием БГУ в республике стала развиваться наука. Наука и наша по изучению языка, литературы, наука и физика, математика, химия. Именно БГУ дал расцвет нашей белорусской науке. Я счастлив, что уже почти полвека, с 1973 года, когда я пришел студентом БГУ, я связан с Белорусским государственным университетом. Я, конечно, счастлив, что мне довелось быть не только студентом, но и ректором нашей родной альма-матер Белорусского государственного университета. За эти 100 лет БГУ превратился в мощный научно-учебный производственный комплекс, широко известный за пределами нашей страны. И мне приятно отметить, что к своему столетию наш университет подошел очень признанным в мире университетом. И мне хочется, чтобы наш университет точно так же дальше, во втором своем столетии, становился еще более сильным, еще более мощным, чтобы у нас были прекрасные студенты. И, конечно, хочется пожелать здоровья, успехов всему нынешнему составу Белорусского государственного университета и всем нам новых успехов в новом столетии. С праздником, дорогие друзья!